Ребят, всем привет! С вами ваш Робопингвин или Борисов Шашмур. Ребятки, мы продолжаем играть за Белхордор или сколько еще. Ой. Ну, в общем, это самая последняя наша попытка выиграть на максимальной уже сложности, не стажера. То есть хотя бы пройти на хорошую концовку, что является капец сложным. Потому что сейчас я иду на хорошую. Я не знаю, удастся ли мне это или нет, также спасение дочки, там очень все сложно и... В общем, игрушка такая сложная, чтобы... Я думаю, опять мы скорее в каком-то моменте мы запылимся и умрем, или умрет наша дочка, или еще что. И думаю, на этом игра закончится, и на этом наше прохождение Белхолдера тоже закончится, потому что они очень часто приходили к данному сценарию. Я не могу сказать, что это плохо или это даже хорошо, но, к сожалению, ну, не прет. Да, ребята, ну да, нормально, все-таки не можно вести по всему везде. Так, сейчас у нас, я уже прикоснулся, естественно, жизни будет дочерью. Ага, мы собираем бабосики. Бабос Лавандос. Да, разговор я помню. Да, на Марте, поэтому я это типа... Я знаю, что он скажет, мы уезжаем, потом билеты на круиз. И в этом разговоре мы можем ему отдать бабки на дочку. Она спит. Так как создать этот мир очень было сложно, да и мне еще не это даже больше. Сейчас живность ко мне пристает, она хочет, чтобы я его сейчас поглажу, успокоиться. Так, что от нас хочет наша жена? Дачу сразу. Короче, дачу сейчас возиться с этим. Самое главное с ними разговаривать сейчас с этим врачом, пока бабки не собираем. Конфету. Вот, дочка проснулась. Дорогая, даем. Хотя бы часть денег, которые мы потратили, сейчас отобьем. Она умирает, и я это... Это очень сложно. Эх, Патрик. Чем? Плохой ты, Патрик. Плохой сын. Говорим с дедом. Это знаю, что будет, поэтому я с ним не говорю. Ничего. Из-за того, что я знаю, что будет, я просто не... сейчас с ним разговаривать. Мы уже знаем, он на нас наседится, он хотел с ним поехать в круиз, отдаст нам билет на круиз. Мы отдадим Клаусу, и они вместе с женой пойдут в круиз в другую страну, и остался там. Есть еще второй вариант, вместе с этого рыбака, который нам может консервы только может продать. Тогда они за помощь, они помогут. То есть, видите, мы можем его подставить, сохранение тех же яблок нужно убить. Это просто... Я не знаю, как это сделать, чтобы они воспользовались за этим. Как
как-то втихнуть или еще что. В общем, там как-то что-то есть, я не знаю. Ну, в общем, нюанс этот мы еще пока я не допонял, как подкидывать. Ну, что... Да, брат, не ванья, не жду. Это я, да? Что случилось? 15 косарей. Не-не-не, иди работать. А, брат, не ванья, не жду. На грани числей. А, его очистят, это мне еще штраф. Леопатра, подожди, как стань. Подожди, думаем, подумаем, что нам сейчас делать? Нам надо, наверное, под ускоренным временем. Да хату я проверил, только. Деньги где взять? Надо выполнить задание министерства. Я пока не хочу. Или сейчас, или лучше. Ладно, давайте снежку. Давайте уже поднажмем. Как еще? А где он? Ну себя получается. Делаем так, забираем у него билеты, с ним распрощаемся, хотя он единственный, кто мог спасти нашу дочь, типа, если не ошибаюсь. Деньги заработать я без за характеристики написать. Это все-таки деньги. Ну да, характеристики я уже не написал. Если ее в тюрьму отдать, у нас дедуля этот может брокнуть. Я это... Мое письмо. Убирать я пока не хочу. Три я сказал. Нашли оплачь, там такая директива. 60-47. Понятно, она тянула. И тут он $1000 требует. Ладно, давай билеты хотя бы у него заберу. Там вот так вот. Ну, дочка умрет, и ребята все, это не для комедии. И сейчас мы. А я 20 тысяч. А у меня только 6. Ну было это 6-7. 13 тысяч. Где я? Вопрос, где? Выполнять задание. То есть я должен очень быстро много заданий. Чем больше заданий в короткий срок вложусь, тем. Быстрее заработать деньги, это все очень сложно. Ну, больше туда. То есть здесь она. Он просто медленно ходит, я ускорю чисто время. Спят, что ли? Я тебя не понял.
сейчас половина суммы. Торгуем, а мы сегодня мишонька, мишонцу баксов. А, надо было камеру закрыть. А подожди, еще шумно. Камера минимальная, торговать сейчас мы не шутку можно продать, конечно, 500 баксов. Ну, 13 за 100 тысяч, 7 тысяч. Да. Я не могу, а что лучше? Ну, мы, ребятки, теперь пропускаем. Еще 500. А, он ушел. Ладно, мы будем. Заодно и читаемся сразу. Ну а что мне еще делать? Мне нужны деньги, мне капец как. Время поджимает. Еще директивы. Хорошо, мышка. Так, давай, раз. Он разговаривает по сломанному телефону. Лол. Игра, вижу, не поняла. И что мне теперь опять выходит на большом медведе? И сейчас она уже наш скажет, что тоже там нифига баба ходит. Это я, да, да, не могу. Патрик, отойди ты от телефона. А я его продал. Сейчас придет от нее вести тоже.
только 30 тысяч. И вот где нам эти деньги взяли? И сколько мне дают? 80 часов. Ой, походу сегодня серебро или последнее, или следующее серебро по полгода последнее. Мне деньги нужны, я могу только сканер зарабатывать из домашнего. Я ближнего мишку хотел продать, но все-таки деньги, чтобы дочке помочь. 30 тысяч, у меня даже полная сумма. Я не спорю, есть такое понятие как 4. Но я играю в счету. Ну хотя в сингле не спорю, а я играл в GTA. Ну, так это же оружие. Хранение оружия. Ну что, ведь полторы? Это единственный заработок, который...
добра ворую не хочу. Я все столько денег сдаю. Торговцу бы это все сдать. Да уж, ребятки. Я думаю, что их торговцу нужно. Алло, дверь закрой! Пошел махать! Ладно, 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 вмешаемся. Второй раунд, а ну-ка. Если сейчас умрем, ребята, сразу... ребятки, что ж, мы продолжим, да, нас убили, но я тут перезагрузился с сохранения, подумал, а можно ли продавцу отдать консервы и...
Давайте еще раз перезагрузимся. Вот, выгодное предложение. Я хочу отдать ему консервы, и это тоже деньги. Вот. Не хочу я нашей смерти сейчас. Плюс у нас есть время, пока не умрет наша дочь. Умрет наша дочь, игра как бы закончится. Мне нужно 20 тысяч. Сейчас у меня есть только 13 381. Денег не надо. Вот, поэтому мы делаем все проще. Мы тут органим консервы. Да, на суки. Так, ну, ускоряем, ускоряем время. Да. Прикольная игрушка, конечно, но очень сложно. Давай, давай, продавец. Торговец. Давай, торговец. Прикольно, у нас дом, конечно. Ну, торговец, ты где? Так. Поговорить. Нужны? Я давай. Завтра я приходил тебе день. О! А это уже дело все, ребятки. Ты его уже кого-то впарил? А, стоп, камера меня не чувствует. Так, 325, тогда 150. Сторона на 750. Все, деньги закончились. И вот минус день. Ладно, давайте газетку почитаем. А, несколько часов назад на улице Пушевица поднимала серия взрывов про гражданку Российской. После взрыва произошло распродаться готовыми товарами, нет, пострадал 15 человек. Ситуация находится под контролем властей для запустовых причин. Вечер 7-16. Голос правды. Товарищи, вы сказали свое первое слово, сказали его хроника не скоро, услышал взрывы, подменила наш погоды. Встреча 4-часовой смены. Правительство не слышит наши примерные голоса, значит, все же клубный крик. Мы заставим соблюдать права. Просто пропочек. Следующий взрыв, потом другой минус. Еще минус. Как мне теперь эту денежку? Денежка отрабатывает. Ладно, давай помощь. 150 дам тебе. Ты мне завтра придешь, деньги отдашь. Мой чисто интересно. И вот он купил 150 студентов. За 50. Хотя бы ну, окей. Так, давайте мотаем время, деньги на печенечки все. Я не заключал, так сказать, выгодного договора с твоей жёнушкой. Значит, консервы. Меня стрелять не надо. Сейчас торговец придет, и будет это в это время. А мне денег нет, окей, где-то половина суммы сейчас. Вопрос, где этот же еще шпита. Поэтому мне будет где-то половина суммы. Вопрос, куда мне банк? У меня где-то, ну, может быть, не половина, это же 11 тысяч. Я ему типа трёшку там себе кучу, у неё папа. Короче, сейчас я вообще в невыгодном положении, и деньги мне нужны.
еще траты. Жёнышко. Пожалуйста, торговец. Братский тебе пошел. Сынок пришел. Давай, торговец. Еле сейчас за свои деньги. Ни звонков, еще задание. Так, хроп. Какие-то деньги. Деньги тоже нужны. А мне надо дочку спасать, ребята. То есть в любом случае какой-то финал сегодня будет. Я думал на смерти. 60-40-76. Числа. Квартира номер 2. 3 пошли. Розера. А что вы хотите? Мне нужны деньги, и это единственное. Если будет, да, я знаю, мы все фигово. Еще лека, еще деньги, да, делать, еще деньги. Больше нет, что мне тебе отдавать, скажи. Ты. Жена моя. Вот и все, она умрет, но дочка умирает. Я не. Ребят, честно скажите, вот как здесь деньги взять, я не знаю. Если вы знаете какой-то способ добычи денег, проигнорировал должное письмо. Согласитесь, мне нужны деньги. Как эти деньги добиться? Никак. Живи как хочешь.
Дает. Смотрите, наличие коробочки достает. Сжигает, как бы мог. Сделать что-нибудь еще. Новая директива заключается, что чтение нет. Свою жену, конечно, мы писать, ребятки, не будем. А как так-то на свою женушку? 500. Усилитель гвоздиков. Дочка умирает, 15 часов. Да, мы это уже много раз читали. Да, ребят, некоторые, кто смотрит серии, да, я понимаю, но... Так у меня есть жена. Характеристику. Что? Дочка скоро умрет. Я ничего не делаю. И мне это. Такое я не люблю. Безвыходная ситуация. Делать я не знаю. Дочка умрет сейчас. Эх, эх, вот если бы мне министерство помогло. О, капец, короче. Ну тут... Thank you.
А, игра продолжена? Нет. Ты чё? Не-не-не-не-не-не-не-не! Игра продолжается? То есть мы потеряли авторитет, но игра продолжается. Мы пытались спасти дочку, ребят. Пытались. Я всеми силами пытался спасти дочку. В прямом смысле всеми силами. Ну раз. Смерть ждет нас всех. Интересно. Мне нужен авторитет, это больше. Селяй. Я помню, она опасна. Библиотека опасна. Наша дочь умерла. Все, финита. И ничего за этим. Реально все в груди сжимается, плачивается. Шутка захотелось. Ну давит. Игра давит на типа на тебя, вот типа логически. Ладно, ребятки, давайте на этом сегодня закончим. Сегодня такая стала очень грустная. За эту ночь. Честно, меня сейчас реально на слезу тянет. Шо он тянет на слезу? Сори, я протирал. Реально протягивает на слезу. Хочется заплакать. Но на этом мы сегодня и закончим. Что ж, ребята, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем добрый лайк. Также, ребятки, подписывайтесь на меня. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Также в описании ссылка на плейлист, группу ВКонтакте, мой Twitch канал и я. Что ж, ребята, всем спасибо, всем добрый лайк и всем.